В Карачаево-Черкесии на центральной площади станицы Зеленчукская прошла акция «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих 34-й мотострелковой горной бригады, участвующих в спецоперации на Украине. По чьей инициативе и как прошел флешмоб, в репортаже Карчи Биджиева. Более 30 человек станицы Зеленчукской заявили желание провести флешмоб в поддержку российской армии. Своих не бросаем. Это родные, близкие, друзья, солдат, которые на данный момент выполняют свой воинский долг, защищая жителей ДНР и ЛНР, останавливая агрессию националистических бандформирований, 8 лет терроризировавших мирных жителей независимых республик. Там ребята наши, которые воюют, чтобы мы здесь жили мирно, спокойно, могли почувствовать поддержку со стороны родных, близких, односельчан. И вот мы как администрация поддержали данную акцию. Считаю, что, я думаю, это мнение большинства наших жителей, что данные акции нужны. Автомобилисты украсили свои транспортные средства государственными флагами России, а на корпусах и стеклах машин были изображены буквы Z и V, которые в последние дни стали главным символом спецоперации. Мы здесь собрались, чтобы поддержать нашу Россию, наших ребят, которые сейчас находятся на Украине. Мы за них очень переживаем. Мы собрались здесь все неравнодушные люди, чтобы поддержать их таким боевым настроем. Хотя бы мы не находимся рядом с ними, но хотя бы так есть какая-то поддержка. У меня там очень много знакомых, жених, братья мои. Мы за них очень переживаем, волнуемся. Дай Бог, чтобы это все поскорее закончилось. И все было хорошо. По окончанию подготовки участники акции выстроили свои автомобили в знак в форме буквы Z. Приехали мы на это мероприятие поддержать наших солдат, которым сейчас не очень-то легко в данный момент, чтобы они знали, что их ждут здесь с победой. Вот. Ну, чтобы видели, что они там не одни, что мы с ними и с душой, и как бы с мыслями молимся о них, Богу, чтобы с ними все было хорошо. Поддержку наших военнослужащих, поддержку нашего президента. И вообще, что мы сплоченная страна, должны держаться все вместе. В данной акции мы участвуем, потому что многие из наших близких, родственников находятся сейчас на этой спецоперации. И мы, в свою очередь, хотели поддержать, показать им, что мы гордимся, что мы ждем их, что мы всегда им рады. Конечным пунктом пробега стала станица Сторожевая. Участники флешмоба надеются, что их родные и друзья вернутся целыми и невредимыми. Карча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия, станица Зеленчукская.